Сельскохозяйственный форум для молодежи проводится в нашей республике впервые. Кумертау принял сельскую молодежь со всей южной зоны Башкортостана. 85 человек собрались, чтобы узнать о развитии села и пообщаться с известными спикерами. Поговорить вместе со спикерами о перспективах развития сельских территорий, перспективах развития самой молодежи, ну и понять, какие на сегодняшний день ожидания, настроения есть у сельской молодежи, какие есть запросы у нее. Для того, чтобы более эффективно выстраивать молодежную политику в нашей республике, ну и, соответственно, разрабатывать те программы, которые будут способствовать укреплению кадрового потенциала Республики Башкортостан. Организаторы признаются, что одной из целей форума остается поиск лидеров для дальнейшей работы над развитием села, в том числе для молодежного парламента и общественных организаций. Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин отметил важность этого форума. Тему выбрали, конечно же, очень актуальную. Агропромышленный комплекс у нас нуждается в кадрах именно в молодежи. У нас очень много молодежи уезжает из сел. Это, конечно, создает большие проблемы. И без молодежи мы же понимаем, что нет будущего у села. По словам замминистра сельского хозяйства республики Ляли Давлетбаевой, интерес у молодежи есть. И уже сейчас от ребят поступают предложения. Я вижу, что у ребят есть интерес. И даже то, что сегодня в зале присутствуют ребята, которые учатся не в аграрных колледжах, не в аграрных вузах, они проявляют интерес к сельскому хозяйству. И что эти ребята озадачены проблемами сельского хозяйства и развития сельских территорий. Сегодня были высказаны определенные предложения, и уже мы обсуждали вот после пленарного заседания часть проектов, готовых к реализации именно с участием вот наших будущих, надеюсь, лидеров. Организаторы настроены на дальнейшее развитие этой темы. Результаты работы с молодежью уже есть, поэтому форум далеко не последний. Я думаю, данные форумы обязательно еще будут. Чем больше людей, ребят, присоединятся к этому форуму, тем будет, несомненно, лучше. Действительно, что интересно, что на этом форуме присутствуют лидеры. Не все, но лидеры. И большинство из этих лидеров – это те движки, которые возглавят те или иные направления, которые будут формировать общественное мнение, которые добьются грандиозных результатов. Главное – желание. Роман Бекулов, телекомпания «Арис». Если на самом деле он мне нужен…